Всем привет! В этом видео я хочу сделать обзор на вот такую палеточку от Makeup Revolution, которая называется I Heart Chocolate. Эта палеточка сделана по типу палетки от Too Faced шоколадной. Я сравнить не могу, так как у меня той палеточки нет, но я с удовольствием покажу вам вот эту палетку, потому что мне она очень нравится и по качеству, и по подбору оттенков в ней. И давайте начнем. Дизайн такой красивый, шоколадка такая молочная. Вот, внутри есть большое зеркало, которое очень неплохого качества, оно не искажает изображение, то есть можно краситься, да, спокойно в него. Я его сейчас прикрою, чтобы не отвлекало. И вот такие здесь оттеночки. Здесь много матовых оттенков очень хорошего качества и также очень много перламутровых оттенков. В принципе, по подбору цветов мне эта палетка очень нравится. Здесь есть цвета, которыми можно прорабатывать складочку века, высветлять уголочек глаза, делать хайлайт. Также перламутровые оттеночки для подвижного века, два вот этих оттенка бордовых, таких фиолетово-бордовых, которые очень круто смотрятся для голубых, для зеленых глаз, они подчеркивают оттенок глаз. Ну, давайте начнем, покажу вам все оттеночки поближе и как они выглядят. Я на руку уже нанесла базу под тени, и давайте начнем с самого первого оттенка. Это такой телесный матовый оттенок, очень хорошо пигментирован, хорошо передается. Следующий оттенок — это такой болотный перламутровый оттенок. Следующий оттенок, которым я люблю выделять складочку века, это такой светло-коричневый оттенок, также матовый. Вот так он выглядит. Тоже хорошо передается. Эти тени очень хорошо тушуются. Следующий оттенок — это такой бордовый оттенок с вкраплениями золотистых блесток. Вот так он выглядит. Следующий оттеночек — это темно-темно-серо-коричневый оттенок матовый. Как вы видите, цвета передаются просто шикарно. Так, следующий оттенок — это тоже оттеночек, который подойдет для проработки складочки века и для такого переходного из темного в светлый оттенок, такой как рыжевато-коричневый светлый. Так он выглядит, матовый оттенок. Следующий оттенок — золотистый. Тоже очень красивый оттенок, он такой как розовато-золотистый. Следующий оттенок — матовый коричневый. Смотрите, какая шикарная пигментация у этой палеточки. Следующий оттенок — меняю кисточку — розовый матовый оттенок. Этот оттеночек не очень хорошо пигментирован, но его можно наслаивать. Следующий оттенок — такой фиолетово-синий перламутровый. Следующий оттенок — такая как бронза, также перламутровый оттеночек, тоже очень хорошо пигментирован, хорошо передается. И давайте перейдем к последнему ряду. Это такой золотисто-рыжеватый оттенок. Так он выглядит. Следующий оттенок — такой как золото с бронзой смешанный. Тоже очень красивый, такой как пыльный оттеночек.
Следующий оттенок такой более темный перламутровый, как бронза с фиолетовым. Следующий оттенок, это мой самый любимый оттенок, это такой фиолетовый, розово-фиолетовый, розово-бордовый. При растушевке он дает очень красивый такой бордово-розовый оттенок и очень красиво подчеркивает голубые и зеленые глаза. И последний оттенок, это перламутровый. Такой светлый-светлый перламутровый оттенок, которым хорошо высветлять зону под бровью, также выделять уголочек глаза. Вот такие оттеночки. Это одна из моих любимых палеточек от Makeup Revolution. И также мне нравится вторая, тоже коричневая шоколадка. Розовой шоколадкой я осталась не очень довольна. А вот эти две палетки очень хорошие и по качеству, и по пигментации, и по оттенкам, собранным в палеточке. В эту палеточку я смело могу порекомендовать. И я уверена, что если вы ее приобретете, вы об этом не пожалеете, потому что я сама ей лично пользуюсь очень часто. И мне очень нравится делать с ней макияжи, как дневные, так и вечерние, так и можно, да, поставить вот эти яркие акценты в виде вот этих бордовых оттенков. В общем, эта палетка мне очень нравится, и я надеюсь, что это видео стало для вас полезным. Если да, то ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, оставляйте ваши комментарии. И всем спасибо за просмотр, всем пока!